Разрешение последних 12 суток. Я с премьером трассе, которые забрали на холодных металлических баллах. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды, и на протяжении всего этого времени ни разу не водили нас в душ. Также две недели отключили свет в туалете, рассадили бактерий и микробов. Прогулки проходят хорошо, если один раз в 4 дня. Последний раз это было один раз, нас не выводили 5 дней. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Никто толком не хочет помогать с лечением. Обострились старые заболевания, позвоночные грыжи. От холода я чувствую воспаление по-женски. Моя соседка по камере переболела. И непонятно, было ли это простуда или что-то еще. Все уже сказанное подрывает мое здоровье, подставляет его для него реальную угрозу. Спасибо. Изложенные вами доводы не относятся к компетенции суда. Я вам заключаю, что вы не согласны с действиями администрации по месту вашего нахождения. Вы либо ваши защитники вправе обжаловать указанные действия вышестоящим в порядке подчиненности должностных лиц.